Всем привет! Представьте себе, что вы известный актер в США, играете супергероя и получаете награды на Комик-Коне. И вдруг ваша карьера рушится из-за одного твита, написанного 9 лет назад. Вас выгоняют из профессии, ваше имя становится запрещенным в СМИ, и ваш герой погибает или пропадает из телесериала. Допустимо и правильно ли это? Причем твит я не обсуждаю. Тут главное сам факт потери репутации из-за неудачно сказанных слов. Вот вы, например, симпатичная девушка, устроились на работу, и ваш начальник принялся изучать все ваши соцсети. А там, например, ваше фото медсестры в декольте. Начальник вызывает вас и увольняет за такую шалость, сделанную лет 10 назад. Или вы где-то допустили мат, или усомнились в качестве ресторана, который любит начальник. Причин для недовольства может быть миллион. Так все-таки, являются ли ваши соцсети вашей личной жизнью, или они должны быть идеально отфильтрованными только для работы? Мне важно знать ваше мнение. Подписывайтесь на канал Life Format. Это ваш формат.